Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня вам хочу представить такую чудо-программу, которая лучше всяких приложений и стоит гораздо дешевле, чем другие приложения и сервисы, которые вам будут добавлять реальных друзей. Программа называется Friends. Ее алгоритмы ВКонтакте еще не вычисляют, потому что программа новая. Пользуюсь я ею 3 месяца. Давайте посмотрим, как она работает. После того, когда вы скачаете программу, бесплатно вы можете попробовать всего 30 минут на один аккаунт. Если вы хотите раскручивать несколько аккаунтов, здесь можно раскручивать несколько мультиаккаунтов. Вам понадобится ключ антикапча. Если вы будете набирать много друзей, вам понадобится ключ антикапча. Я пользуюсь рукапчей. Это получается дешевле, чем антикапча.ком. И нажимаем антикапча. Вот выбираете либо антикапча, либо рукапча. Я уже скопировала ключ. Вставляете сюда ключ. У меня на данный момент один антикапча.ком. И вот сюда нажимаете вставить. Ключ антикапчи вставили и закрываем. Использование антикапчи может увеличить эффективность в 5 раз. Вот антикапча у нас, смотрим, $1. Теперь мы загружаем аккаунты. Я добавлю один, чтобы вам показать. Хотя у меня куплено вот до 25 января 2017 года. Статус у меня активирован. Программа куплена. И добавляем аккаунты ВКонтакте. Сюда пишем логин, сюда пишем пароль и жмем. Вот я зашла на страницу мою фейковую. Здесь 248 друзей. Давайте обновим страничку и посмотрим. Вот. 248 друзей. Сейчас мы запустим программу, и этот аккаунт мы запустим в программу. Вот аккаунт у нас появился. Галочку ставим «Автоматически одобрять новые заявки в друзья». Включаем антикапчу. Она увеличивает эффективность программы в 5 раз. Ставим, давайте я поставлю максимальную скорость, где-то вот так, чтобы показать вам, как она работает. Можно поставить безопасный режим и дополнительные функции. Отписаться от исходящих заявок, зациклить отписку от исходящих заявок, удалить всех друзей, отписаться от всех сообществ и групп. Вот здесь вот можно ID группы вводить, приглашать пользователей, которые онлайн, заполнить страницу музыка из группы, либо со страницы. Вот здесь можете вводить. То есть ваш аккаунт будет приобретать живой вид, как будто бы вы добавляете аудиозаписи или видеозаписи вирусные. То есть создает видимость, что это не бот работает, а живой человек. Вот здесь можно удалить собачек из подписчиков, удалить мужчин, удалить женщин, удалить друзей, которые зарегистрировались ранее, и год, месяц, день. Отправлять сообщения пользователям, которые добавляют вас, можете включить. Либо обращаться по имени в начале сообщения и сообщения. Ну, как правило, я эти... Вот здесь вот мы можем увидеть лог действий. Сколько разгадано капч, сколько оставлено комментариев, сколько добавлено видео, сколько пригласил в группу. И сейчас мы нажимаем «Запустить». Мы запомнили, было 248 друзей. Нажимаем «Запустить». И ждем минут 10. Нажмем «Лог действий». Программа пошла работать. Она ходит по группам «Добавь в друзья» и оставляет там свои комментарии. Какие-то картинки пишет «Добавь в друзья», какие-то тексты оставляет ненавязчивые.
Здесь у нас разгадывается копча. Вот три комментария она написала. Четыре человека, пять человек уже она добавила. Вот у нас время 1:07. Засекаем 10 минут. Было 248. Ну вот, друзья, прошло у нас 10 минут. Пишу я ночью, поэтому друзей в группах меньше. Добавилось за 10 минут 57 человек. Соответственно, днем добавляется раза в 2 больше, это за 10 минут. Представьте, сколько у вас добавится за 30 минут. И рекомендуется программу использовать около 2 часов. Потом делать небольшой перерыв минут 30, даже час. Потом запускать еще где-то часа на 2. Итак, 4 часа в день она у вас может набрать примерно около 500-600 человек в день. Умножьте это на месяц. Это реальные друзья, никакие не боты, потому что в группе «Добавь друзья» – это миллионные группы. Там люди то и дело, что жаждут, чтобы их добавили в друзья. И эта программа еще сама, входящие заявки сама одобряет. Вот уже 62 человека, 63. Давайте зайдем теперь на страничку. Было 248, вот смотрите, хочет добавить вас в друзья, хочет добавить вас в друзья. Добавляйтесь, у меня лимит, добавлю за 5 секунд. Обновляем страничку, вот смотрим 248. И сейчас у нас получилось 321 друг. Если мы еще раз зайдем, посмотрим лог действий, уже добавлено 79 человек. Вот, смотрите, они так и просятся. Хочет добавить вас, друзья. Вот в режиме онлайн я снимаю. Уже 80 человек добавила. И так далее. Вот они добавляются, добавляются и добавляются. Программа эта стоит первый месяц 500 рублей в месяц. В течение месяца вы можете набрать лимит 10 тысяч друзей, если ее использовать каждый день. Вот в течение 3 месяцев я ее использую, и ни одного аккаунта у меня забанено не было. Оплачивать можно через Яндекс кошелек. Последующие месяцы она стоит 450 рублей. Я купила по акции, заплатила 1050 рублей за 3 месяца. То есть, если вы приобретаете на несколько месяцев, программа вам обходится дешевле. Ссылка на приобретение этой программы будет под этим видео. И также мои контактные данные, если какие-то будут вопросы. Программа с ключом, она привязывается к железу. Также работает служба поддержки. Вот, я пригласила 17 человек. Народ у нас жадный, купили по моей ссылке 2 человека. Вот здесь будет у вас ваша реферальная ссылка. И по вашей реферальной ссылке процентная ставка 30%. Вы вручную заказываете вывод средств. После 12 ночи они приходят к вам на кошелек в этот же день. И после оплаты вы заказываете себе реферальную ссылку. Она придет к вам на почту. Здесь вы можете получить информацию по реферальной ссылке. Платят от 30 до 50% за проданную программу. Все, что вам надо, это получить реферальную ссылку и начать рекламировать ее своим друзьям и знакомым, либо рекламировать ее в социальных сетях. Реферальную ссылку могут получить только активированные пользователи. То есть, пока вы не оплатите программу, реферальной ссылки у вас не будет. Вот, смотрите, друзья, все просится и просится. Давайте посмотрим лог действий.
Блок действий 102 человека у нас добавлено. Не прошло даже 20 минут. Давайте обновим наш аккаунт. Вот сейчас 321 друг. Нажимаем «Моя страница». Получилось 346 друзей. И вот они все просятся и просятся в друзья, а программа их сама добавляет. Вам даже не надо жать на кнопочку «Добавить друга». Красота! А страница у вас оформлена. Стоит у вас ваш веб-сайт. Стоит у вас фотостатус. Занимаюсь я проектом «Всем миром». Стоит у меня презентация. Стоит у меня текст. И стоит у меня ссылочка моя реферальная на проект «Всем миром». Обязательно оформите вашу страницу красиво, чтобы она привлекала внимание. И друзей наберете, и программу продадите, и она вам поможет продвигать ваш проект. Всем пока!